9 марта 2024 года. Довольно прохладно, но хорошо. Я прорабатываю маршрут от Москвы до Маврикия, от Маврикия до Мадагаскара. И получается, с Мадагаскара, я думаю, куда рвануть, но, скорее всего, поеду сюда. То есть это такая небольшая поездка будет на 2 недели. Вот, потом я хочу на даче тут поработать. Смотрю, везде цивилизация. Понимаю, что я окунусь снова в дичку, такую природную. Мне нравится вот эта вот фишка, знаете, путешествие. Но мне здесь уже начало все подзаебывать. Что можно сказать? Оттуда я хотел рвануть на какие-то там острова. Ну, по ним даже видео нету в интернете, потому что там никто не путешествует. И они такие дикие, но опасные. Найроби. С Найроби это Кения, можно до Могадиши, это Сомали. Но там нужно, по-моему, 2 или 2,5 тысячи долларов в сутки отдавать за охрану, чтобы ты с ней ходил уже по столице. Мы это оставим на потом. Я и мой эго. А пока что я наслаждаюсь здесь поездкой. Ну, как это, поездкой? Называю уже Ростов поездкой, оставанием в Ростове. Вкусный чай, кстати, взял. Я постараюсь вести видеоблог, где все описывать. Все свои мысли чисто для себя. Пофиг на всех. Плюй на всех, как это было в мультике про пятницу 13 или какой там, про чертенка какого-то 13-го. Вот. В Ростове по-своему классно, когда все сравниваешь, когда все в сравнении. Здесь, когда холодно, здесь тоже прикольно, мне это нравится, погода. Вот. Девушки нету, но я понял, что, во-первых, я творческий, во-вторых, я люблю много путешествовать. Вот. Ну, в принципе, шлюшек много, девушек мало. Наверное, буду видеоблог плюс блог вести, раз я решил посетить все страны мира. Мне это просто интересно, знаете, цель такую поставить. Причем не как Артемий Лебедев, чисто для галочки посидеть, а именно прям пропутешествовать, везде походить, там, знаете, вот такое. Мне это очень нравится, прям безумно. Классно. Ну да. 3 красивые дамы и парень педерастичной внешности. Иногда в этой жизни я чего-то не понимаю. Почему она такая несправедливая местами? Конец связи.